Всем доброе утро, ребята. Ну что у нас сегодня? Веселый видос. Посмотрим, что же мне все-таки приготовили в награду за прошлый 2019 год. Какие у меня там статки. Сейчас я заберу плюхи. Докачаю еще некоторые параметры аккаунта. Ну, как видите, сегодня очень неплохие акции на бонусацию. В принципе, плюхи довольно-таки хороши. Конечно, было бы круто, если бы это были награды за 2019 год. Так, сейчас, секунду, я заберу. Плюшки, к сожалению, у нас на английском сервере очень плохой набор. Собери себе сам пак. Ну, такой он. Было бы, конечно, круче, если был бы такой, как на русском, хотя бы, как минимум. Но, шо маемо, то маемо. Возьмем еще. Такой вот наборчик. Сейчас вам покажу дополнительные плюхи, которые я получил. И пойдем с вами посмотрим за титул и посмотрим за награду за титул, увеличим точнее сегодня, и также сделаем дополнительно пум-пум-пум-пум. Ну давай, одупляйся, не хочет. Как обычно тормозит. Не хватит нам. А, не, все, хватило. Все гуд, ребят. Забираем дополнительно плюхи. Вот еще такие вот плюшечки я получил. Это было бы реально круто, если бы я такие плюхи получил за 2019 год. Но, к сожалению, это нереально. И мы все прекрасно понимаем, что это же этого не сделает. Так, ладненько, давайте сразу увеличим титул. Вот смотрите, сегодня атака фортов. Надо 5 миллионов кулаков. 5 лямов кулаков. Мы в прошлый раз кулаки слили. Так, итого у нас максимальный титул плюс 450. Все, дальше мы двигаться по ходу не можем, потому что нам надо 2 и 2 ляма. Эти следующий титул 2 и 2 ляма, но он по сути никаких стат нам не дает. Такс. Окей, с этим разобрались, плюс 30% на атаки фортов. То есть сегодня мы там будем с вами прошивать. Поехали еще пробежимся, сейчас посмотрим, что у нас по бонусации есть. Забираем плюхи. Что их дарить? Пойдем попрокачиваем дополнительно силу. Так, пират, остров, пак, рановая. Есть олени у нас сегодня, есть у нас попытки, one chance. Поехали. Эльфин, рипстера сразу словили. Вот так вот наигрались, короче. Так, welcome back. Все остальное неинтересное, поехали сразу же глянем, что у нас есть. Аккаунт зарегистрирован 3 месяца, 10 03.
Вот так вот, что-то я попраздновал 8 марта по ходу 2016, считайте, 16, 17, 18, 19, сейчас 20 будет, ну, в третьем месяце будет 5 лет, как я играю. Ну, я играю больше немножко. Так, заходил я 358 дней, ну, почти максимум, наверное, заходил больше, нежели сами разработчики, администраторы в эту игру. Эволюционировал 54 героя. Ну, в принципе, относительно нормально. Я думаю, многих, кто начал в этом году играть, намного больше. Но я уже с того времени, у меня там многие герои прошлого года на максималке были. Собрал 25 скинов. Ну, тоже, в принципе, не так уж и много. Лучший результат 19 375. Это, по-моему, прошлая наша битва гильдий. Собрал 1 миллиард, как видите, маны, золото 800 миллионов. Ну, максимум прошел на 100%. То есть я круче, чем все остальные 100%. Я вроде как бы в топе. Сейчас мы посмотрим, что нам дадут за это. Вот этот вот бонус, он типа относится относительно к кошмарке. Ой, к кошмарке говорю, к запределью. Сейчас читаем правила. Special, та-да-да-да, та-да-да-да. То есть вы можете получить. Ну, поехали посмотрим. Поржем с этих плюх. Чик. Thank you. Talent Scouter Pack, The Pack Attends. Talent Scouter. Express your. Send your. Talent Scouter Pack. The Talent. Что-то нифига себе, что-то отдельное. Поехали посмотрим, что это такое. Так, это Smash it Run. Smash it Run, Smash it Run, Smash it Run. Что это мы такое получили? Блядь, уже, сука. Знаете, вот это вот нравится. Топ-1 аккаунт получает вот такие. Но я вам скажу, ребятушки, 500 самов, это однозначно плюс. Камни Апекса самые востребованные, особенно у меня. И 5, ребята, целых 5 сундуков. Это вам не это, ребят, это целых 5 сундуков. Офигеть просто, знаете, вот захожу я, захожу сюда, да, и вижу, там у меня уже, грубо говоря, 92 тысячи самоцветов бонусом появилось. Где-то мои Apex камни. Захожу я такой сюда и смотрю, для меня, ну понятно, для бездоната это крутая. Но это не все. Захожу я, где-то мои сумки. Вот 49 тысяч еще валяется. Супер приз. Книги. Это книги я просто не могу. Но сундуки это просто эпическая тема. Целых 5. У меня теперь не 10 500, а 10 505, ребята. Это серьезно. Это реально очень круто. Это серьезно. GG, вы красавчики. Умеете просто порадовать, поржать. В итоге, что мы имеем, ребят? Некоторые ребята получили по 100к кулаков. Это, считаю я, очень круто. Некоторые получили вот эти вот Apex камни. Тоже круто. Но все в основном получили 500 самоцветов и 100 книг. Ну, относительно это как бы круто. Но за целый год вот есть ребята, которые логинились там каждый день, я читал. И вот эти вот плюхи они дали в основном всем. То есть некоторые даже хуже награды, хуже статы, показатели, не получили лучше награды. Нафига было вообще вот писать, что вы там даете каждому аккаунту индивидуальную награду, если там, у некоторых вариациях индивидуальные награды эти хуже, чем у тех, кто меньше заходил.
либо что-то делал. Сделали бы просто, я не знаю, плюхи для всех одинаковые, дали бы, не знаю, там по 5000 самоцветов. Что такое 5000 самоцветов на сегодня? Это ни о чем вообще. Вам даже созвездия не хватит прокачать. И все. Нет, они решили все-таки сделать, преподнести это супер-мега подачей. Ну, понятно, самый плюс то, что мы увидели, кто сколько играет, кто сколько чего сделал. Но показатели золота и маны — это просто самый-самый эпик, который не может быть от IGG. Так, сладненько, поехали еще. У меня супер питомцы. Что-то мы получили по плюхам. 4000 пыльцы уже опять накопилось. По сути, ничего такого интересного мы не получили. Поехали пыльцу хотя бы прокачаем. Хотя бы попрокачиваю супер пэтов. Хоть что-то сделаю за сегодня. Ну, качнули титул, посмотрим, как это отобразится на атаке фортов, плюс 30%. Это я буду улетать сейчас, походу, в космос, мне кажется. Атак, буст. Мне придется, наверное, на любую отражалку, на любого героя ПДшку одевать, такое ощущение. Такс. Поехали сюда. Супер пэты. Докачаем. Сколько у нас? 2333. Ну, делаем как раз, в принципе, 35 левел ему. Должны, по крайней мере, если хватит. Хватит, отлично. Здесь 35 на скилл. Надо 980. Ну, я думаю, мы потом скиллы давайте этого тоже качнем немножко. Да, ребята, это, конечно, весело и смешно. Такс. Мы посмотрим. Молчать не могу. Ну, все, остальных скинов у нас нет. У нас очень печально на нашем серваке все со скинами. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Такие вот плюхи, награды. Не знаю, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки. Бомбите. Ну, это просто жесть. Всем удачи. Всем пока.